там столпились. А те потихоньку назад едут. А, ну да, получается, если они назад едут, то получается, что но... та вроде бы движется, да, машина? Ну, а как они поле, ну, я имею в виду дорогу, как они будут, движение, там компьютерные эффекты какие-то, наверное. Но сейчас вообще все это в студии могут сделать. Они хотят все натуральное. А эти назад все едут. Что-то дым шел какой-то, да, а сейчас опять дым не идет. Достигает, что машина движется назад, и получается, что они как бы... Ну, машина, а как они сделают, что асфальт стоит на месте? А, они потом будут прокручивать... Они ускорят обратно, быстро очень. В обратном положении эту полосу, и получится, что машины едут вперед и... Но они просто сделают, они ускоряют просто видимость. Видишь, он поэтому медленно делает. Блин, надо было мне перелезть на этот вот. Ну прямо так, и что ты хочешь? Весь фильм, вот, песок снял, достаточно. Еще весь фильм заснять. И продать, потом разбогатеть. Голливуду продать. Ревущина какая-то. Дым пустили. Все, взрываются машины вообще. Круто там у них все. Ну и...